Герман Пятников, игрок сборной России. Привет, Герман, поздравляю. Расскажи, как прошла игра? Привет, спасибо. Игра прошла в напряженном ключе, скажем так, потому что первую ошибку молдаване использовали нашу, забили быстрый гол. Нам повезло, что мы быстро отыгрались. Ну и, в принципе, потом за счет, наверное, вот этого мокрого поля, то, что у них изморозь здесь вечером, у них последний защитник, там, нога поехала, и Ваня вышел и забил второй гол. Поэтому, а потом уже, естественно, они полезли, и мы их ловили на их же ошибках просто. Ну, у вас очень четкое распределение на питерскую и не питерскую пятерку. Как тебе вообще, самому подходит или нет? Да, в принципе, если результат это дает, значит, подходит, поэтому, а все остальное отвечают тренера, поэтому. Как у вас построено взаимодействие в этой пятерке? Ты являешься гарантом защиты? Грубо говоря, да. Ты проиграл год в Молдове. Видел ли кого-то здесь, кого видел там, с кем играл там? Да, с двумя там футболистами играл, в одной команде даже. Поэтому, ну, многих там, так знаю, соперники были. С каким вообще настроем выходил на игру? Может, подсказывал что-то? Слушал молдавские слова? Не, молдавский язык не осилился, поэтому и особо не хотелось. Вот, а так ходили, ну, боевой настрой был. Это, считай, игра за первое место в группе. Поэтому нужно было выигрывать ее обязательно, чтобы уже, грубо говоря, на, наверное, процентов на 60 обеспечить себе выход из группы. Что скажешь по игре в меньшинстве? Пропустили несколько голов, вроде отрабатывали на тренировке, все равно не получилось. Ну, что делать, значит, мы допустили ошибки, будем завтра разбирать их. Спасибо большое, что-нибудь скажешь болельщикам нашим? Да, спасибо огромное всем за поддержку, и Питер, привет. Спасибо большое.